Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное обсуждению хода реализации договоренностей по итогам состоявшихся в 2019 году визитов на высшем уровне в Объединенные Арабские Эмираты и Японию. Объединенные Арабские Эмираты и Япония располагают широкими инвестиционными возможностями, имеют опыт опережающего развития, модернизации, эффективного внедрения передовых технологий, реализации масштабных инвестиционных проектов, обеспечивших формирование диверсифицированной и устойчивой экономики. Официальные визиты президента Республики Узбекистан в Объединенные Арабские Эмираты 24-26 марта и в Японию 17-20 декабря 2019 года открыли новую страницу в истории двустороннего сотрудничества. Прошедшие в дружественной и конструктивной атмосфере плодотворные переговоры и мероприятия с эмиратскими и японскими партнерами еще раз подтвердили важность дальнейшего поддержания диалога на высшем уровне, являющегося определяющим фактором в укреплении дружбы и взаимного доверия между нашими странами. По итогам визитов подписан солидный пакет межправительственных и межведомственных документов, а также соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Так, с Объединенными Арабскими Эмиратами достигнуты договоренности по реализации совместных проектов на сумму свыше 10 миллиардов долларов, а с Японией этот показатель превышает 6,6 миллиарда долларов. В частности, предполагается реализация крупных проектов в энергетике, инфраструктурном развитии, нефтегазовой, химической, нефтехимической промышленностях, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой индустрии, сфере туризма и других направлениях. В ходе совещания отмечено, что договоренности с эмиратскими компаниями уже приносят свои плоды. Так, компания «Маздар» инвестирует 100 миллионов долларов в строительство солнечной электростанции в Узбекистане. В октябре 2019 года она объявлена победителем первого в истории нашей страны открытого тендера по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство в солнечной энергетике. Начало строительных работ ожидается в первом квартале 2020 года. Такие достижения наблюдаются и во многих других проектах, как с ОАЭ, так и с Японией. Так, при участии эмиратской стороны создан инвестиционный фонд «The Abu Dhabi Uzbek Fund» с капиталом на сумму 1 миллиард долларов. На сегодняшний день одобрено финансирование за счет средств данного фонда малых и средних проектов, а также строительство гостиницы в Самарканде, приватизация гостиницы «Хаят Regency Ташкент». На совещании у президента были рассмотрены вопросы реализации проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами и с Японией. Сегодня с компаниями ОАЭ реализуется 18 проектов на общую сумму более 10 миллиардов долларов. Необходимо отметить, что начата практическая имплементация проектов в области энергетики. Это строительство солнечной электростанции в Новоайской области с компанией «Маздар». Также в активной фазе подготовка проектов по строительству ветровой электростанции тоже в Новоайской области. Другим крупным проектом в энергетике является проект по развитию Талимарджанской, то есть с привлечением прямых иностранных инвестиций. Это первый проект в истории Узбекистана, где частная компания вкладывает свой капитал в развитие электрогенерации. Помимо этого, уже начал свою работу узбекско-абудабийский инвестиционный фонд с капиталом 1 миллиард долларов, начато финансирование конкретных проектов. В целом все проекты с Объединенными Арабскими Эмиратами находятся на особом контроле нашего руководителя. Были даны очень четкие и конкретные поручения по ускорению их реализации, обеспечению их своевременной и качественной имплементации. С привлечением средств японского агентства международного сотрудничества «JICA» реализуется проект по строительству и оснащению республиканского специализированного научно-практического медицинского центра неврологии и инсульта. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана за счет кредитных средств японского банка международного сотрудничества JBIC, The Japan Bank of International Cooperation, планирует привлечь 180 миллионов долларов для реализации проектов создания центров хранения и обработки данных дата-центр, расширение международных центров пакетной коммутации, расширение телекоммуникационной транспортной сети и сети передачи данных, модернизация радиосети. Наряду с этим японский специалист Эцуаки Йошида начал свою деятельность в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в качестве советника министра, который будет заниматься вопросами привлечения иностранных инвестиций и международных кредитных линий для реализации программы модернизации технического и технологического перевооружения предприятий информационных технологий. В посольстве Республики Узбекистан в Японии введены должности советника-посланника по вопросам образования, науки и инноваций, а также советника по работе с частным бизнесом. Отдельно были рассмотрены проекты с участием японских компаний.
по которым были достигнуты договоренности в ходе визита нашего президента в Токио в декабре прошлого года. Договоренности предусматривают реализацию 48 конкретных проектов на общую сумму 6,6 миллиардов долларов. Что эти проекты дадут для экономики, для граждан нашей страны? Во-первых, это дополнительные рабочие места. Более 22 тысяч новых рабочих мест будет создано в результате этих проектов. Объем производства новой продукции от проектов, которые мы реализуем, превысит 1,9 миллиарда долларов в год. Экспорт увеличится расчетно на 440 миллионов долларов в год от реализации этих проектов. Какие это проекты? Это проекты в области энергетики, в области машиностроения, геологии, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной сферы. По поручению нашего президента сегодня налажена очень эффективная система, которая позволяет отслеживать на регулярной основе, продвигать проекты с нашими японскими партнерами. Мы договорились с внешнеторговой организацией Японии JETRO по проведению ежемесячных встреч и по мониторингу продвижения всех наших совместных инициатив. В ближайшие недели предусматриваются визиты японских компаний в Узбекистан по обсуждению конкретных проектов. Мы также запланировали проведение совместных презентаций, семинаров и бизнес-форумов. Мы уверены, что такой подход позволит нам сформировать абсолютно новое лицо узбекско-японских экономических отношений. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании отметил необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер в соответствии с дорожными картами, разработанными по итогам визитов. Особое внимание уделено своевременной и качественной реализации проектов, способствующих улучшению качества жизни населения и ускоренному развитию предпринимательства в нашей стране. В ходе мероприятия также обсуждены вопросы и выработаны предложения по расширению предэкспортного финансирования, совершенствованию инвестиционного климата, осуществлению адресного подхода к привлечению прямых иностранных инвестиций в отрасли экономики и перспективные проекты. По обсужденным на совещании вопросам заслушаны отчеты руководства Министерства инвестиций и внешней торговли, определены конкретные меры –